Привет, друзья! Сегодня четверг, у нас дождь. Я думаю, что там Энди мне пишет. Погода классная, мне не видно на работе. Я тут ехал по параллельной улице, увидел такую интересную сцену, сейчас покажу. Сейчас покажу такой неожиданный ход, поворот. Неожиданный поворот. Сейчас посмотрим. Да, вот такая сцена. Маленький перекресток Т-образный. Охренеть, как такое могло произойти? Непонятно. Номера областные. Да. Друзья, будьте осторожны в дождь. Это жесть, конечно. Тут-то и скорости особой нету. И откуда выехать надо было, непонятно. Ну, в общем, всем удачи не попадать в такие ситуации. Тут очень известной фирмы. Машина, видите, с известными номерами. Короче, вот так прокатились. Да. Кашкай мордой куда-то вошел и потом лег на бочок. Может, отсюда ехал, непонятно.